линейка. 37-й корпус. Аномалия опять, как в прошлом году, в 35-м было. Расплодная рамочка. Вот матка ходит с синей меткой. И тут же есть матка тихой смены. Сейчас мы ее попробуем найти. Вот матка. Этого года. Не купированная. Двумя крылышками. Сформированная полностью. Яйцо еще сеет. Две матки в одной семье. Вот. И вот. Синенькая. Синяя старенькая, конечно, дама. Пускай пчелы сами выбирают, что им надо. Две матки. Красота. Сейчас помню. Итак, пометили маточку. На зиму. Попозже, может быть, переберем еще раз эту семейку. Но здесь оказалось две матки. Матка тихой смены. Сегодня 13 сентября. Вот расплодная рамка. Здесь яйцо свежее. Вот маточник, который, возможно, был разгрызан. Вот он. Конкуренция была. Одна осталась. Тихо смена. Матка. Ну, здесь вот засев. Лупится свежая пчела. Молодая. Сейчас мы отыщем синенькую. Вот маточка в синенькой метке. И сюда мы сейчас спустим маточку меченую сеть сегодняшним годом. Вот она у меня здесь есть. Выходим. Вот желтенькая родная. Ее семья вывела на смену синенькой. Хорошая труженица. В общем, две матки. Еще раз. Желтая. И синяя. 22-й сегодняшний. 20-й. Все. Не будем морозить.